не знает, это его друг, да? Ну да, он это его друг. Он это не родственник, это ваш. Ага. Это просто, а спроси, как зовут его друга? Имя его друга спроси. Как. Имя этого друга, с которым он... Как Борис Фаин, ага. муж. Да. А вот муж. Майн, как муж? Ман. Хазбен. Ман. Хазбен. Хазбен. А. Ман, да. Он сейчас лежит в больнице. Да. А вот Саша. Ну, это... У меня... Если фото was made at... У меня дома. At home Фаина. Ага. У меня дома. Племянница? Спроси, это как это, вы знаете, как племянница? Она дочка. Good? I showed in the video when I met her. Швестер. 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 Это женщина сестра? Это женщина сестра. А? Думает, что она живет в Израиле. Think. В Израиле? Но он не уверен. Yeah. В Израиле? Так он говорил, что... Ну, это будет, это надо записать. Ну, запиши и дай ему. А есть чем записать? А? Есть. Ручка есть. You need a pen? You got it. Да. You look just like your mother, huh? Так, а к литовское такое, нормальное к. Не С, а К. Такас. Да, такас ОТ. Надо было мою принести свадьбу, но они же не имеют уже моей свадьбы. По-русски я буду по-английски. Тогда, туда обращайтесь. Как будто вы говорите вашим родным. Хорошо. Тогда, значит, мы очень рады, что у нас есть такие хорошие родственники. We're glad that we have so good relations. И пусть они будут здоровы и счастливы. We wish best health and lucky for all of them. Да. И мы очень счастливы, что у нас есть такие... We're very glad that we can contact with them. Да, контакт такой по всему миру. Будем надеяться, что мы и дальше будем связываться и встречаться, даже приезжать друг к другу желательно. We hope возможности. We maybe we will, it will be possible to meet this I'm sure relations in Australia and Europe. Адам. Адам. Спасибо. Адам.